Три дня в Югорске были посвящены театру. Это более 200 участников, гости со всех уголков страны. После двухлетнего перерыва юбилейная встреча была особенно долгожданной. На протяжении всего времени жюри театральной весны было погружено в работу. Им предстояло выбрать лучшую постановку из 22 конкурсных спектаклей. Борьба была напряженной. Каждый день количество претендентов на звание лучших только увеличивалось. Неоднократно был отмечен высокий уровень фестиваля, в том числе благодаря его участникам. За значительный вклад в развитие театрального искусства представители коллективов получили дипломы окружного значения. Я понимаю, что уровень фестиваля ежегодно растет. Мы видим, как растет профессионализм. Профессионализм именно любительских театров. А что такое любительский театр? Это корень слова «любительский» – это «любить». Сюда приходят люди по зову сердца и поэтому отдаются полностью. С театральным праздником всех поздравил и глава города. Он по традиции отметил несколько постановок и вручил коллективам подарочные сертификаты. Спасибо за эти три дня, которые были в городе Югорске. Они действительно, скажем, немножко взбудоражили нас всех. Взбудоражили общественность, тем более театральную, тем более культурную. Все погрузились в театральную весну, все ее действительно почувствовали. Погода благоволила, все благоволило. Тяжело было только членам жюри. Действительно, вот сейчас уже сказали, насколько терзались они, какой у них путь был при принятии решения. Спасибо большое. Предоставили слово и альтернативному жюри. Имена этих людей до последнего момента оставались в тайне. После длительных обсуждений лучший спектакль для взрослых – «Звериные истории» от Народного театра «Версия», которые являются постоянными участниками фестиваля, начиная с самого его основания. Очень радостно, очень волнительно было. Каждый фестиваль всегда это экзамены мы сдаем режиссеры своим спектаклем, потому что это как в первый раз выходим на сцену. Сколько бы лет не было театральному коллективу, все равно мы сдаем экзамен. И каждый раз, конечно, приятно, если мы получаем высокую оценку жюри. Мы подтверждаем свое мастерство, свою компетентность и свою возможность выходить на сцену и радовать зрителя. Самым волнительным моментом для театралов стало объявление победителя и обладателя гран-при фестиваля. Гран-при награждается спектакль «Дарья сновидений». Я дошла. Дошла не за эти три дня, а для меня это шестая театральная весна. Мы потихонечку набирались опыта, набирались мастерства. Пришла пора, наверное. Конечно, я в восторге. Меня эмоции переполняют по полной программе. По традиции победитель подает первый звонок следующего, 21-го по счету фестиваля «Театральная весна», который обязательно соберет в Югорске всех любителей искусства. Татьяна Шакирова, Михаил Зивахин, Югорск ТВ.